Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это вечерний выпуск. Играть мы сегодня будем в Detroit Become Human, как я и сегодня обещал. Открыл. Птичка тоже робот, что ли? Ну да, я обратно поставил. Что за бред, блин? Ну, это будущее у нас такое будет. Жуткое. Странное. Надеюсь, что не будет. Что это за прибор непонятный стоит? Что мы вообще сделать должны? Позаботиться о Карле, поднять наверх и разбуди Карла. Дворец-то у него, конечно, суперский. Но я поднялся наверх. Где он? Это окно вообще. Куда идти? Вниз, что ли, надо было? Ладно, сейчас найдем, куда идти. Тут же не во все двери, наверное, можно заходить. А нет, наверное, во все. Раздвинуть шторы. Ну ладно. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех откуда провести в постели. Знает? Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Вот так. Не люблю уколы вообще. Сейчас я отнесу вас в ванну. А, это мне так постоянно делать надо, что ли? А, и продолжать, да? Ну давай, 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 продолжай, блин. Долго мне так еще надо будет таскаться туда-сюда? О, да, наконец-то. Посадить Карла за стол. Что-то сегодня в планах? Да, в музей современного искусства. Хуй, куда ты его так крутишь, нифига. Четыре приглашения от директора галереи. А в какой стол нам надо его посадить? Сюда? Подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Ой. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Да е-мое, ну куда ставить на стол? Хотите, я ему позвоню? За этот Нет. стол? Не нужно этого. Я так чувствую, что не за этот стол. А, может за этот? Ну
Ну, значка нет, видимо, тоже не за этот. Может, за этот? Нет. За какой стол надо посадить-то его? Алло, за какой стол вы им покажите мне, блин? А, все-таки спуститься надо. А, так вот для чего эта штуковина. Это для инвалидов подъемник. Оказывается, вот до чего технологии дошли у нас. Спускайся. Ну же, давай нормально, господи. За этот стол? Я проголодался. Может, за этот? Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Наконец-то. Сюда, оказывается, надо. Подать завтрак. А как это сделать? Так, куда надо идти? Сюда? Ну ё-моё, опять дождь пошел. Чё-то весь, чё-то все лето у нас дожди. Плохо, не так ли? Лучше бы дожди по ночам только шли. Иди давай, иди, иди, иди. Ну иди, чего ты стоишь? А, я не на ту кнопку нажимаю. Спасибо, Маркус. Телевизор. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Найти себе занятие. Зачем нам занятие? Я могу просто отключиться и ждать, пока он пожрет, блин. О, нифига себе, телевизор, блин. Читать, почитать какую-нибудь фигню. Страница первая. Ничего себе, какие книги, блин. Сами читайте, мне... вообще как-то пофигу. Мне вообще, честно говоря, пофигу, что там написано. Выключить телевизор. Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли. Интересно, сколько лет этому Карлу сейчас? В 2020 году. Опять найти все занятия? Почитать книгу. Что еще? То вот это читать. Платон. Шекспир. Давайте Шекспир. Что ты читаешь? А, Макбет, вы это рекомендовали. Каково твое мнение? Человеческие эмоции меня интригуют. Хотя не могу сказать, что хорошо понимаю их. Люди сами их не понимают. Эмоции правят нами. Мы сами не понимаем, почему чувствуем себя то королями, то нищими. Жизнь без эмоций лишена смысла. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор.
Реши, кто ты. Кем хочешь стать? Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Так, развернись. Где студия? Здесь? Ох, ё-моё, нифига себе. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Опять не на ту кнопку нажимаю. Убраться в студии. Где убираться? Опять эти краски Беллини. Что еще надо убирать? О, да, здесь, короче, много убирать. Где еще убираться? Что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Да. Скопировать. Нарисовать статую, нарисовать стол. А что еще? А, еще ничего. Что-нибудь есть? Копировать картину. Давайте нарисуем стол. Реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Честно, вы вообще слышите, что они говорят? Я что-то вообще плохо слышу. Еще из-за этого ливня, конечно. Сделай вот что, закрой глаза. Закрой глаза. Поверь.
Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Человечность, личность. Андроиды, отчаяние, сомнение, пленник. Первый вариант. Я понятия не имею, что из этого получится. Ой, как меня достал этот ливень. О, ой, боже. Мой. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Да. Нечего сказать просто. Все? Лео решил требовать бабки. Продолжить. Тот же день. 23 часа 21 минута. Коннор, что ли? Он что, выжил? Разыскать лейтенанта. Лейтенант Андерсон. С каких пор сюда андроида пускают? Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы.
Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Простите, лейтенант, я должен настоять. Я получил инструкции сопровождать вас. Засунь свои инструкции, знаешь куда? Нет. Куда? Проехали. Я в курсе, куда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пассажок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойную. Я должен сопровождать вас на месте преступления. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что вы сказали? Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? У тебя теперь свой андроид, а? А, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец того не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дому особо не высовывался. Но в его случае он вполне бы мог подождать. Нет отпечатков пальцев. Кстати, до утра. Андроид замешан. Я бы предположил, он тут недели три лежит. Засохшие. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все. Красный лед. Окна ацетон. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Засохшая кровь, анализ ДНК, Карлос Ортиз, дата взятия пробы 19 дней. Я пойду на воздух. Вы тут располагаетесь. Если что, позовите меня.
засохшая кровь опять. Совпадение базы данных Карлос Отис. Отпечаток пальцев Карлоса Отиса. Грабеж, нападение на отягощающих обстоятельствах. Удар по удар тяжелым предметом. Следы Териума. Девитан взял нож. Зафиксировано. Нападение на Девитанта напали. Эмоциональное потрясение. Еще три надо найти. Здесь нет ничего. Засохшая кровь. Опять все известно. Еще один журнал. Доказано в... Очень смешно. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Дальше. Улики еще две. Красный. И лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ так, на наркотики. А, так это... А, я понял. Это типа две разные книги, получается. Хоть что, блин, за бред? Будет сделано ли? Далее дверь. Модель К-52. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Значит, он ушел не отсюда. Эй, Май, ну что, образцы взял? Да, я взял. Еще одна комната тут есть. Компульсивный почерк. Религиозное подношение. Что еще нам надо найти? А, еще одну улику надо найти. Здесь, по-моему, никаких больше нет улик. Значит, я где-то еще проглядел. Если это будет та самая книга, то я просто обалдею. Потому что я прочитывал книгу и никакого толку это не дало. А, вот, еще есть.
жертву посмотреть. Внутреннее кровотечение, 28 колотых ран. Умер более 19 дней назад. Красный лед, цитлон, литий, триум, соляная кислота. Карлос Отис весит 130 килограмм. Ё-моё. Восемь живых ранений. Нифига. Это мы уже нашли. В руке еще. Напечатки пальцев. Все. Мы разузнали. Здесь, ну понятно, кто-то убил его. Это так, а что, это не все, что ли? События проанализированы. Здесь жертва упала. Камеру поворачивать надо. Тьфу ты. Двигается из кухни. Значит, в кухне что-то есть. Ударили ножом 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Обычные буквы, шрифт Cyber Life Sans. Поговорить с лейтенантом. Ну так вот он стоит. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Скажем правду. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Без оружия. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. С ножом. Да это бред собачий. Опираться надо на факты. А нет, он сам сбитый напал. Да, улики это подтверждают. А потом? Он сам сбитый напал, а на него с ножом напали. Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум.
Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а. Есть немного. Туда. Обратно на кухню. Да, дальше он пошел сюда. В душ. Интересный. Пошел в душ. Видимо, есть где-то следы еще. Воспользовался лестницей. Следы ведут на чердак, походу, а не в душ. Забраться на что-нибудь. Как забраться на что-нибудь? Здесь, наверное, опять куда-то нужно нажать будет. Ладно, сейчас разберемся. Это опять та самая дурацкая книга. А, стул возьмем. Эй, куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. Смотреть чердак. Выглядит, конечно, мрачновато. Там кто-то есть. Давайте-ка подойдем поближе. О. Я просто защищался. Он хотел меня убить. У него что, кровь, что ли? Пожалуйста. Не говори. Как у робота может быть кровь? Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть! Крис! Бен! А ну-ка дуйте сюда! Живей!
Расследование провели. Зашибись, блин. Я бы такое бы, наверное, пожрал бы. Такую фигню, блин. Включить свет. А как его включить? А, ясно. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают. Они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить опять с папкой, а? Начинает за свою. А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. А, так вот он, в чём дело. Ты меня пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! Оно вернись, я сказал! Это все из-за нее, это ясно как день. Я проучу. Оно у меня сейчас за все огребет. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне. А то вломлю посильнее, чем в тот раз. Ну как робот, просто возьму и сделаю вот так. Что у него с головой? Да. Жопа, наверное. Я
знаю, что надо сделать. Алиса! О нет, о нет, только не это, только не это. Сейчас ты у меня получишь хороший урок! Даже не хочу смотреть на это, бля. Очень хороший урок. Никаких действий нет. Долго мне так стоять еще, а? Алиса! Нам с тобой надо кое-что обсудить. Иди сюда, мелкая ты мерзавка! Папа, не надо! Не бей меня! Не надо меня бить! Иди-ка сюда! А то ведь хуже будет! Все из-за тебя! Все из-за тебя! Она из-за тебя! Я тебя научу отца уважать. Сейчас поймешь, кто тут главный. Это мне что делать надо вообще? А, щелкать, 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 да? А, зачем я двигался? Теперь испытание проворачивай. Ладно, сейчас попробуем не отпускать. Вообще к Кью иду. Сейчас попробуем не отпускать эту кнопку. И сделаем все как положено. Открывай, блин. Хватит, это тебе бабочка, полезно. Не надо. Полезно. Хватит. Прекратите. Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Берегись, Кейра! Иди сюда, тварь! Косык. Я как должен это делать? Ой, что за идиот? Что за идиот? А, сюда надо нажать. Вот так-то тебе, идиот, блин.
Алиса, зайка. Алиса. Вы твари. Вернитесь. Вернитесь сюда. Ой-ой-ой, что-то тормозить все начало. Я. А не на ту кнопку жму. Папа уже не злится. Он тебя любит. Ты же это знаешь. Да блин, я же снизил графику, она все равно тормозит. Причем в конце серии где-то. Блин, мышка аж следы оставила на столе. От такой возни. Ты виновата. Сбежать не удалось. Хотелось бы мне... Сколько время, кстати? Ой, я должен уже записывать. Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты. И весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Ладно, еще выполним одно задание, и на этом точно все. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Но этот отец да вообще, короче... Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. Маньяк конченый. А что сделать надо? Отвезти в гостиную, ё-моё. Так не сюда, что ли? Так это вроде гостиная, блин. Давай. А, здесь что ли? А ты что, оставил свет в студии? Нет. Нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Ну ладно. Если вы настаиваете, конечно. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим.
Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь. Есть, сэр. Я оповестил полицию. Вам надо уйти, чтобы избежать неприятностей. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! Иди, а что в нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Да, да! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Че стоишь, засал что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Что? Совсем забыл, ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, не трогай вот его! Что. Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу... Лео, мальчик мой, Карл, я... Они тебя теперь уничтожат. Тебе надо бежать. Спасайся! Карл, я не хотел. Уходи! Быстро! Вон! Маркус! А ну, стоять! Жопа! Чё я вам хочу сказать? Ладно, на этот раз точно заканчиваем мы эту серию. Одного робота сломали, второго застрелили. Просто зашибись. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и группу ВКонтакте. Всем пока.